Всем привет, друзья. Обед. На обед овощной салатик. Свежие овощи. Специи. И льняное масло. Давно я не ел с льняным маслом. С льняным маслом салат просто играет другими красками все, нежели с подсолнечным. Просто при этом вот такой вкус живой, скажем, да. Опять же, на любителя. Здесь у меня что, свекла, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная, огурец зеленый, гладкий. Специи разные, ну, льняное масло, вчера забыл зелени купить, петрушку и укропа не помешало бы, да хоть что можно еще, редиски, редьки добавить, там, репа есть, если есть. Любые корнеплоды, короче. Сейчас поем, да, думаю, на лыжах сходить, побегать чуть-чуть. Лыжня уже есть. Снегу нападало, так что схожу-ка, побегаю чуть-чуть. Сейчас подкреплюсь. В принципе, обеды я редко же запиливаю. Потому что на обеды всегда одно и то же, в принципе. Ну, салат всегда. Ну, почти всегда. Естественно, когда мама еду подгоняет, там на обед не только салат. А так у меня всегда салат. Обеды разгрузочные. А на ужин я обжираюсь. Ну, так привык. Конечно, правильно бы было наоборот, типа на обед обожраться, а на ужин салатик. Ну нет, мне так не нравится. Тем более ужин у меня в 3 часа дня. Сегодня первый выходной. Овощи все свежие, не тушеные, не жареные, не вареные, только свежие. ППЗП, витамины, клетчатка, в общем, все дела. В принципе, обеды у меня всегда полезные. Полезные такие веганские. Специи разные, ну, там микс, короче, там все не перечислить, короче, да. Ну, соль вместе со специями, как бы, она там
люблю, знаете, микс специй разных, короче. Закинемся витаминчиками, клетчаткой, а? И пойдем бегать на лыжах. Без хлеба, да, неудобно собирать в ложку, приходится пальцем. Остатки можно так собрать. Все, друзья, обед был, как всегда, на высоте.